Так, что собой теперь представляет Петербургский экономический форум? Об этом поговорим с российским журналистом Михаил Фишман с нами на связи. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну всегда, Петербургский экономический форум был особой гордостью путинской России. Мол, смотрите, мы умеем, не хуже Давоса. На разогреве выступали звезды мировые. Рок и поп эстрады, а вот получается теперь все сдулось. И то, что, кстати, международ... якобы международные гости теперь в качестве международных гостей представители отдаленных регионов России, той же Калмыкии. Э -э о чем это все говорит? Не начало ли это уже сепаратизм? Ну, собственно, уже только что все рассказали в своем сюжете, я даже не знаю, что к нему особенно, особенно добавить. А то, что в, в роли гостей на международном форуме выступают представители регионов, но это можно таким э предвестником синдрома будущего распада россии можно можно так на, пофантазировать на на эту тему ну а что делать тем у кого нет друзей им приходится их придумывать и как говорится я и мои воображаемые друзья вот примерно в таком формате и проходит этот международный форум а как вам кажется, в следующем году пройдет этот форум? Вот у Набиулины была очень такая истерическая реплика. По-моему, там уже все понимают, что все пропало. Ну, Набиулин-то точно прекрасно понимает, в каком положении находится российская экономика. Вот. Но форум-то можно провести всегда. Господи, это подумаешь, дело провести форум. Сам по себе форум это ничего, это он он всегда был в этом смысле пустым, ну а сегодня он просто еще вот с флагами эм, кого там Кубы и эм, Казахстан еще, да, и то при том, что Казахстан, хоть и приехал, на прислал своего лидера на форум, но при этом отказывается участвовать в торг, ну, торговать эм, запрещенными эм, продуктами с с Россией, чтобы не попасть под вторичные санкции. В этом смысле. Даже союз с Казахстаном такой очень условный. Поэтому и Набиульный, и весь экономический блок прекрасно понимают, в какой ситуации лучше нас с вами оказалась российская экономика. Понятно, что через год она будет, вне зависимости, кстати, от того, как... То есть, ну, в любом случае, она будет в очень тяжелом состоянии, вне зависимости от того, как будет развиваться положение дел на фронте но форум при желании провести это всегда можно всегда можно прислать делегацию из Бурятии и Калмыкии и, собственно, а также из Новгорода Великого и сказать, что у нас международный форум. Талибы тоже наверняка... Э, они, кстати, ведут себя весьма рационально, как вы заметили. Им, им нужны дешевые российские энергоносители. В, в условиях, когда, когда западный мир пытается, э, пытается поставить преграды и э, организовать эмбарго и осуществить переход на другие источники энергии, чтобы не зависеть от России, конечно, талибы будут этим пользоваться и пытаются этим пользоваться. Их-то как раз понять можно. Ну вот послушайте, но это же абсурд какой-то. А Талибы, они же официально признаны террористической операцией, организацией в России. И их приглашает в Питер на Международный экономический форум. Это это что? Российские журналисты в, этой, в этом абсурде жили еще до войны. Как раз в связи, в связи с талибами. Потому что с талибами... Эм, эм, талибов приветствовала... Россия приветствовала еще, когда американцы уходили, уходили из Афганистана. И талибы, собственно, захватили... Снова захватили Афганистан. И вот, и мы, э, как журналисты в российские, еще будучи в России, попали в очень сложное положение, потому что э, союзники России талибы, а мы обязаны по закону называть их террористической организацией. Это действительно достаточно ну, абсурдная э, ситуация, в которой понятно, почему, почему попали потому что за эти 20 лет э, российская внешняя политика совершила полный круг вот, ровно полный оборот как э, почему талибы оказались террористической организацией потому что в 2001 году после 11 сентября э, путин э, хотел быть союзником э, американцев да и тогда э, собственно э, э, и э, тогда война с талибами в, в афганистане была была объявлена общей войной России и Запада, да? и таким образом, собственно, Москва пыталась заключить новые связи с Америкой, но ну и заодно, заодно сделать так, чтобы Запад закрыл глаза на те зверства, которые происходили тогда в ходе войны в Чечне. И талибов назвали террористами именно поэтому. А США как раз-то и были союзниками, а теперь ровно наоборот, союзники талибы, а враг террорист. С точки зрения, ну или нацист, это уже теперь просто лексика немного изменилась. главный нацист у нас в Вашингтоне. Да. А вот давайте теперь как все, наоборот теперь получается послушаем, что представители организации Талибан говорили, как они выступали на международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Петербурге. Давайте послушаем. Похоже, у них большие планы на Россию. То, и что так, так выступают представители Талибана, в этом опять-таки ничего а, удивительного нет. Это все совершенно естественно и понятно. Куда удивительно было, когда а, Россия, представители России, сидя в Кабуле, там, я не знаю, посол а, России в Афганистане. В ходе, вот, когда, собственно, была острая фаза, помните, люди падали с самолетов, пытались, пытаясь улететь из, из, из Кабула, говорил, что в Афганистане никаких проблем с безопасностью нет. Это выглядело куда более абсурдно, чем то, что сейчас Талибы говорят. Уверяю вас, Михаил. Вот одна из тем конференции это туризм, новые тренды, новые возможности, новые маршруты. Хочется вот даже процитировать. За прошедший год Россия практически единственная туристическая страна в мире, которая смогла восстановить доходность отрасли и увеличить турпоток на 90% от доковидного уровня. По всей стране полетели туристические чартеры. Информация как из параллельной реальности, как считаете? Я ничего не знаю про, про чартеры, которые возят туристов внутри России. Это, конечно, какая-то какая ерунда. Это Можно цитата прямо с что, официального а... сайта. Я могу себе представить, что сухие цифры статистики покажут вам, что э, этим летом действительно повышается туристический поток внутри России, связан с тем, что просто никто не может себе теперь позволить полететь в, в Европу и в, э, да даже и в Турцию, наверное, стало сложнее летать. А про Европу я вообще не говорю. Она теперь, собственно, закрыта. Фактически, более-менее весь мир уже закрыт. Но а, это вообще такая, такая это то, что, наверное, и Путин будет говорить в пятницу, что вот у нас импортозамещение, мы сейчас, ну и бог с ними, пусть уходят, сейчас мы, ну, мы уже окрепли, мы можем сами заместить все то, а, что как нам вы считаете это а, и есть та самая важная речь, о которой заявлял Песков. Ну, наверное, что-то в этом роде будет сказано, вот, но просто это а, это иллюзия, это на самом деле не так никакого импортозамещения не будет и э, доходность и перспективы этой э, новой сети, которая называется вкусная точка, конечно, будут гораздо меньше и ниже, чем доходы Макдональдса в, в России. Конечно, туда будут ходить гораздо меньше людей. И так будет совсем с новой икеей, э, с, э, с с пересаживанием на, на лады российских чиновников, с э, с пустующими кинозалами и торговыми центрами, в которых теперь их владельцы предлагают, ну думают, чешут голову, что же они там будут делать, футбол играть или может быть? Михаил, ну э -э на кого, на кого теннис, все это ориентировано, теннис, на кого теннис? ориентированы эти все посылы о светлом будущем, на кого вот этот лозунг на форуме ориентирован "Россия страна невообразимых невиданных возможностей"? Кто потребитель, кто это слушатель этого? Часть... Же... Это... Нет, потребитель, конечно, России сама в первую очередь. Но это такое, в этом есть элементы самовнушения, безусловно. У нас вообще известно, что Путин давно поверил в те новости, которые он сам же и показывает самому себе по телевизору. И Питерский форум просто часть этой общей картинки. Это пропагандистская картинка, смысл которой убедить убедить население и самих себя в том, что все в порядке и ничего страшного не произошло. Но эта картинка, она настолько безумна, она настолько э, анти... Это как, как ты действительно поселился в каком-то э, плохом анти, э, фильме ⁇ антиутопии Она настолько оторвана от реальности, что это чем дальше, тем, тем э, больше будет видно. Поэтому э, э, я понимаю этот э, скрытый э, страх в глазах у тех, кто, кого согнали, да, кого пригнали на этот форум, там же обязательное участие для чиновников и крупного бизнеса, попробуй, не, попробуй откажись от приезда, будут проблемы. Ну, кто-то, может быть, может себе позволить, а так это не, не так-то просто сделать, Как уж не говоря уж о том, чтобы уехать из страны и вообще попробовать с Россией завязать. Это, конечно, это, конечно, сложно. Так вот, этот скрытый страх э, в глазах, он, конечно, связан с тем, что эти люди понимают, что это все э, абсолютно надутые декорации, вроде куклы Дуняши. И, собственно, вот в, 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 с этой куклой Дуняши придется иметь, в бли, иметь дело в ближайшем будущем. А дальше неизбежен совершенно коллапс российской экономики, экономики, которая, конечно, не будет выдерживать ни, 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 ни санкций не той новой реальности, в которой она оказалась. Вот, Михаил, раз мы заговорили уже о санкциях, о истерии Набиулиной, э, панические настроения в верхушке, они как бы понятны, но если говорить о провинции, вот в условном Копейске, который до этого как бы не жил хорошо, э, объясните, пожалуйста, вот там санкции сейчас как подействуют? Там... Что-либо поймут или все же будут думать о том, что Владимир Владимирович делает правильное дело и бьет э, натовцев и так далее? Там, конечно, наверное, думают, большинство действительно черпают свою информацию из телевидения и привычны к тому, что НАТО наступает на Россию. И, конечно, это самая такая вообще глубокая российская провинция, которая сегодня является основным поставщиком собственно, военной силы да, на, на, на этой войне, как мы знаем. Бедные, несчастные люди, которые не могут с трудом кормить себя и свои, и свои семьи, думают, как прожить дальше и, собственно, занимаются выживанием. Вот главный электорат Путина ну, они, -то, они, они санкции не санкции, но они поймут, что что-то идет не так, например, осенью, когда лето закончится, и когда они осмотрятся по сторонам, начнутся дожди, плохая погода, урожай, не урожай, и выяснится, что их родная, родная картошка и капуста дорожают просто на глазах, и что даже их Абсолютно бедных, нищенских зарплат не хватает уже даже на самое необходимое, не говоря уже о всем остальном. Это неизбежный эффект санкций, который скажется уже этой осенью. Хорошо. Сколько в таких условиях выдержит путинский режим? Я не могу, конечно, давать такие прогнозы. Это очень трудно э, говорить. Все-таки э, все э, пока действительно у режима Путина есть большой э, запас Прочности связанной с тем, что э, он, его роль э, мирового поставщика энергоресурсов, пока непоколебима, несмотря на все попытки э, от нее, от этой зависимости уйти у развитого мира, но на это еще уйдет время. А, так или иначе, этот поворот э, произойдет, так или иначе, этот отказ от российских энергоносителей произойдет. Но, конечно, э, тот, те бюджетные вливания, которые получают, бюджет получает от нефти и газа, и ну, металлов в большой степени они конечно вот создают эту, 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 эту возможность да, у, у режима платить по социальным обязательствам и это тот как бы козырь который всегда будет еще довольно долго будет лежать на столе это не значит что режим путина не обречен я считаю что обречен в любом случае но конечно конечно такая козырная карта у него есть. Михаил, а вы лично ожидали, что вот все события будут развиваться для России настолько быстро и тяжело? Ну, так трудно судить. Все-таки то, что произошло, это такой огромный шок и стресс для всех я ну, для Украины понятно и для но для 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 России тоже с самого первого дня было понятно и мне и остальным что это катастрофа для России это рана которая на самом деле смертельная, которая Россию, как мы ее знали, конечно, не переживет. Это очевидно, это происходит, смерть происходит сегодня на наших глазах, потому что она будет иметь вот такой вид, что Макдональдс уйдет и что в российских автомобилях скоро не будет систем безопасности, да, потому что они делаются из западных, из иностранных комплектующих. Что самолеты через год перестанут летать собственно, и э, авиатрафик упадет на какие-то серьезные, совершенно э, очень серьезные доли, э, это было предвидеть, ну, конечно, довольно трудно. Ну, как это можно было все э, предсказать? Да. Да, Михаил, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо что нашли время для проекта ⁇ Фридом ⁇ Напомню нашим зрителям, российский журналист Михаил Фишман был с нами в прямом эфире.